дорогие друзья, позвольте представиться. Меня зовут Инга Витугирите Пакерене, я атташе по культуре Литвы. И посол передал мне эту честь открыть конференцию, потому что он сам не может быть на открытии, он обязательно придет на вечер воспоминаний. Он скажет все те важные слова, которые мы всегда говорим по поводу вот отношений, связей Литвы с Владимиром Николаевичем Топоровым и Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Конференция, посвященная памяти этих двух замечательных, выдающихся ученых, наверное, первая такая в мире, проходит вот под флагом Литвы, и мы этим гордимся и рады этому. Вот вся подготовка конференции, она как-то проходила на моих глазах, и я наблюдала этот процесс. Я могу сказать, что большие усилия, буквально горение было вложено в определение проблематики, тематики конференции с посвящением учителям, выдающимся ученым. Я сразу хочу назвать основных ответственных людей за содержание всего этого мероприятия. Это Татьяна Владимировна Цивьян и Мария Вячеславовна Завьялова. Если не они, вряд ли мы здесь сидели бы и в ожидании интересного, очень интересного, да, научного разговора. И наблюдая вот этот процесс созидания конференции, созидания ее идеологии, вот я думала о том, что это такое, и у меня возникла такая избитая метафора, но все равно я и вам ее сообщу. Вот когда большие мегазвезды потухают, свет от них идет через пространство еще много-много лет. И он освещает это пространство, которое он проходит, отражается в неких других телах небесных, а может быть и загорает новые звезды. Вот свет от научного творчества Топорова и Иванова, он как раз вот так и идет через научное пространство и еще очень сильно освещает его. И, может быть, уже загораются новые звезды. И последнее мое соображение и напутствие связано с названием конференции «От мифа к слову, от слова к мифу». Сначала это кажется такая игра словами, красивая игра, но она проникнута глубоким смыслом, если вдуматься. Мне кажется, она очень так универсально обобщенно и одновременно очень точно охватывает наследие, научное наследие двух ученых, о которых мы сегодня говорим, а с другой стороны дает определение, вернее, один из вариантов определения культуры в целом. То есть культуру можно понимать как объединение и как циркуляцию такую между мифом и словом. Естественно, что современная культура дает больше как бы таких импульсов обдумать вот такую модель культуры слова и миф, и ее развить, дополнить, может быть.
Но тем не менее, вот, особенно в филологических исследованиях, мы остаемся в пределах этой модели. И мне кажется, я сказала все, что я хотела сказать. Я желаю вам научной плодотворной дискуссии. Я желаю, чтобы было интересно и хотелось в этом участвовать. Представляю вам академика Российской академии наук, заведующая отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения Российской академии наук Светлану Михайловну Толстую. И потом мы начнем нашу научную часть. Большой зал. Дорогие коллеги, у меня такое приятное поручение приветствовать участников нашей конференции от имени Института славяноведения Российской академии наук. Института, который для Владимира Николаевича Топорова и Вячеслава Всеволодовича Иванова на протяжении полувека был таким пристанищем и прибежищем, и укрытием, и убежищем, в котором были созданы их главные труды, прославившие нашу гуманитарную науку. Для Владимира Николаевича Топорова это по существу было единственным учреждением Института славяноведения, куда он пришел сразу после окончания аспирантуры в 1954 году, и где он оставался до последних дней своей жизни. И только с начала 90-х годов он одновременно, параллельно был профессором гуманитарного университета. У Вячеслава Всеволодовича Иванова послужной список более, так сказать, разнообразен, но и он, как теперь оказывается, даже еще дольше, чем Владимир Николаевич, был сотрудником Института славяноведения. Он был зачислен в институт осенью 61 года и до последних дней жизни оставался сотрудником нашего института, хотя всем известно, что у Вячеслава Всеволодовича было много других и должностей, функций, обязанностей вне нашего института. Ни Владимир Николаевич, и тем более Вячеслав Всеволодович не были славистами в таком привычном смысле слова. То есть они не окончали славянского отделения, не занимались, так сказать, узконаправленно славянскими языками, славянской филологией. Тем не менее, конечно, это в то же время великие слависты, потому что Владимир Николаевич еще свою кандидатскую диссертацию писал под руководством Самуила Борисовича Бернштейна на тему «Творительный падеж в славянских языках». И затем, конечно, опубликовал огромное число работ, посвященных разным частным вопросам славянского языкознания, фольклористики, мифологии и так далее. У Вячеслава Всеволодовича, может быть, меньше специально славистических работ, но тоже хотя бы вспомним его фундаментальную монографию о балтийском и славянском глаголе, ну и, конечно, множество других статей. Определение «слависты» к ним неприменимо, ну просто потому, что оно слишком узко, оно слишком ограничивает их образ научный. Это определение не покрывает даже части того, чем они занимались. Круг их интересов, занятий и вообще их деятельности, исследований был необычайно широк. И если бы мы захотели на конференции обозреть и охватить весь этот спектр их интересов и
деятельности научной, нам пришлось бы созвать Всемирный конгресс со множеством секций, подсекций, сотнями участников, многие из которых, наверное, даже и не знали бы друг друга. Там были бы и лингвисты самых разных специальностей, там были бы литературоведы, занимающиеся и древней, и современной литературой, и русской, и мировой литературой. Там были бы искусствоведы, конечно, фольклористы, мифологи и множество других специалистов, даже, я не знаю, археологи, историки, антропологи, физиологи. Просто трудно перечислить всех специалистов, кто так или иначе причастен к темам, которыми занимались Владимир Николаевич и Вячеслав Всеволодович. Но для нашей конференции избрана, так сказать, как бы узкая тема, в кавычках, от слова к мифу, от мифа к слову. Эта тема как нельзя удачна в данном случае, потому что она самым таким, она объединяет именно наилучшим образом фигуры и деятельность Владимира Николаевича Топорова и Вячеслава Всеволодовича Иванова. Достаточно вспомнить их совместно написанные две книги о славянских древностях, ставшие уже хрестоматийными. Достаточно вспомнить огромное количество статей, написанных ими в энциклопедии «Мифы народов мира». И я не говорю уже о массе частных статей по самым разным вопросам славянской мифологии, славянских древностях и индоевропейской мифологии, и индоевропейским древностям, которые принадлежат перу вот этих двух замечательных ученых. Но даже и такая тема, несколько суженная, конечно, не может быть полностью раскрыта в рамках одной конференции. И нам предстоит еще немало, я думаю, конференций, немало еще будет написано книг, обзоров, статей, в которых мы должны как-то осмыслить, оценить все, что сделано этими замечательными учеными, и как-то передать знания о них и наши о них представления следующим поколениям. Конечно, останутся прежде всего труды. Список, вы знаете, трудов и Владимира Николаевича, и Вячеслава Всеволодовича просто необозрим. Трудно себе представить, что каждый вот из что один человек мог написать так много и в таких разнообразных сферах науки и культуры. Эти труды останутся следующим поколением. Присутствующие здесь и те, кто еще придут на эту конференцию, почти все лично знали и Вячеслава Всеволодовича, и Владимира Николаевича, общались с ними, беседовали с ними, слушали их выступления. Ну, Владимир Николаевич, конечно, меньше, Вячеслав Всеволодович больше. И учились у них. Вот следующие за нами поколения, молодежь, уже будет этого лишена. Но наш долг передать им не только в их руки, вот все творческое наследие, научное наследие Вячеслава Всеволодовича и Владимира Николаевича, но и передать им память об этих людях не только как о выдающихся ученых, исследователях, но и как о великих людях, которые оказали огромное влияние на не только на гуманитарную науку, но и на всю культуру второй половины XX века и начала нынешнего века. Это были люди с чувством высокой ответственности и перед наукой, перед прошлыми и будущими поколениями. Ответственности не только за судьбу науки, но и за судьбу вообще нашей цивилизации. И вот я хочу кончить цитатой из одной статьи Владимира Николаевича Топорова. Она написана в 1993 году. И, то есть уже 25 лет тому назад. Но, тем не менее, она нисколько не утратила вся эта статья и вот то высказывание, которое я хочу
привести, нисколько не утратила своей актуальности. Вот эта статья называется «Московские люди XVII века». И есть подзаголовок «К злобе дня». Так вот эта злоба дня, она до сих пор злоба. И все, что сказал Владимир Николаевич, остается в силе. Вот что он говорил. «Через 5 веков после освобождения от татарского ига и через 3 века после того, как Московская Русь сошла с исторической сцены, в наши дни, подчеркнуто, когда границы России стали удивительно напоминать очертания Московской Руси между Столбовским миром и приобретениями, сделанными при царе Алексее Михайловиче, и более того, явно обнаруживается тенденция к образованию прорех внутри пространства, которому, казалось, навеки приросло отделение российское. Среди упадка, нестроений, бедствий и раздоров именно теперь необходимо увидеть и уяснить себе то, на что не хватило ни времени, ни желания, ни мужества духа спокойные и благополучные 2 века, 18 и 19, как раз и отделяющие нас, неблагополучных, от 17 века. Удивляться этому не приходится. Только тогда, когда опасность подлинна, и цена ее жизнь, человека ли, государства ли, возникает возможность подлинного спасения, подчеркнуто. А эта возможность не может осуществиться, если не заданы самому себе главные вопросы о сути происходящего и его смысле, о самом себе, кто мы, о причинах и едином приемлемом следствии их, пути, ведущем к спасению. Я хочу еще в заключение от имени нашего Института славяноведения поблагодарить литовское посольство и культурный центр Литвы за возможность уже не в первый раз проводить здесь конференции, связанные с той тематикой, которая была так близка Владимиру Николаевичу и Вячеславу Всеволодовичу. И пожелать всем участникам плодотворной работы. Спасибо за внимание.